Всем привет! Сегодня мы приготовим запеченные устрицы со шпинатом и красным луком. Красный лук нарезаем мелким кубиком. Обжариваем его на сливочном масле. В разогретую сковородку добавляем наш нарезанный лук. И также жарим до золотистой корочки. Также мы берем шпинат. Немного режем его, убираем все самое лишнее. И так, немного его нарезаем. И добавляем его к нашему луку. И также обжариваем. Добавляем соль, перец по вкусу. Наш шпинат уже готов. Берем наши устрицы и немного добавляем туда шпината с нашим луком. Добавляем нашу смесь, испанку и сыр пармезан. Натираем на терочке сыр пармезан. Натерли сыр. И смешиваем его вместе с сухарями панко. Хорошо посыпаем. Теперь отправляем наши устрицы запекаться в наш открытый гриль. Но дома можно поставить запекаться в духовку на 180 градусов минут на 5-7 на режим верхнего нагрева. Наши запеченные устрицы уже готовы. Еще лайфхак. Не выбрасывать наши крышечки от устриц, чтобы их было удобно их подать. Наши запеченные устрицы готовы. Приятного аппетита!